Частную переписку я веду под никами. Ведь недаром создали на всех сайтах знакомств и других ник, где ты можешь общаться инкогнито под чужим именем, раз. Под чужой фотографией, два. Берешь незначительного персонажа, то есть малоизвестного или вообще неизвестного. Это хороший способ увести внимание любого похитителя твоей информации. Второй способ – это просто никогда не оставлять свои персональные данные даже на мейле, где у тебя есть и коды, и пароли. Имеется в виду твои телефоны. Если это не официальный телефон организации общественной, да, не оставлять никогда адресов, ксерокопий ваших паспортов. Потому что я столкнулась с тем, что когда я иду на любую съемку, меня чаще всего просят: «Виктория, перешлите ваш паспорт, паспортные данные нам по мейлу». Лучше передать с курьером, с кем угодно, но никогда не оставлять в почте. Персональные данные человека, который медийный или публичный, он, в общем, рискует в его жизнь всегда могут вторгнуться в любой момент. Под его документами, сотворить какие-то махинации и так далее.